своих героев знать в лицо стране не суждено. Во время оглашения приговора, который зачитывался почти 4 часа, герой России Николай Ярцев постоянно отворачивался от камеры. А после не желал выходить из зала суда, пока его не вывели оттуда с охраной. Согласны с приговором? В 2011 году против Ярцева и его подчиненного Николая Ченцова было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Экс-начальника Сызранского филиала военно-воздушной академии обвинили в вымогательстве денег у подчиненных. Ярцев отдал устное приказание Николаю Ченцову собрать с каждого сослуживца по 10% от премий. Среди них находились женщины-военнослужащие, которые воспитывали одни малолетних детей. Значит, многие военнослужащие снимали квартиру, платили алименты, ну, то есть несли другие финансовые обязательства, в связи с чем этот сбор этих денег для них был существенным. А чтобы военнослужащие беспрекословно сдавали деньги, им сказали, что в противном случае премии они больше не получат. Сборы проводились трижды. В итоге со 174 человек Николай Ярцев получил более 1 200 000 рублей, которыми воспользовался по своему усмотрению. Суд признал подсудимых виновными. Ченцову присудили штраф в размере 50 тысяч рублей, Ярцеву 2 года лишения свободы и 2 года условно. Но по амнистии его освободили от исполнения наказания прямо в зале суда. Не лишили полковника и воинского звания, зато обязали вернуть сослуживцам все собранные с них деньги. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов. События.